Слово предоставляется модератору пленарного заседания, ректору Московской школы управления Сколково Андрею Шаронову. Спасибо. Добрый день, уважаемый Василий Юрьевич, уважаемые участники форума, гости, хозяева. Мы начинаем сегодня конференцию, которая называется «Города и территории завтра. Инструментарий позитивных перемен». И впервые в этом 2016 году Ростов открывает серию подобных конференций, которые в течение года после Ростова пройдут еще в Воронеже, Тюмени, Перми и Красноярске. Ну и традиционно самым крупным урбанистическим событием года будет Московский урбанистический форум, который участвует вот в подготовке и сопровождении этих конференций. Конференции проходят в самых крупных городах Российской Федерации, и Ростов принадлежит к ним, входя, по-моему, в первую четверку. Да, Василий Юрьевич? Утром мне сказали, что в первую четверку. Я хочу представить участников первой пленарной сессии, а затем сказать несколько слов о том, как мы будем работать и по какому поводу мы здесь собрались. Итак, Василий Юрьевич Голубев, губернатор Ростовской области, Николай Викторович Безуглов, министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, Майкл Геллер, урбанист, президент Геллер Групп, Канада, Ванкувер, Александр Владимирович Антонов, главный архитектор проекта Центра пространственной информации НИПИ градостроительства, член правления некоммерческого партнерства объединения планировщиков. И Михаил Эдуардович Осиевский, заместитель президента, председателя правления банка ВТБ, который является главным партнером и спонсором вот этой всей серии региональных конференций в течение года. Кроме того, у нас есть группа экспертов первого ряда, и я назову из них Сергея Борисовича Сиваева, старшего директора Федерального центра проектного финансирования, и Виталия Эдуардовича Стадникова, заместителя декана Высшей школы урбанистики Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Ну и, конечно, Сергей Иванович Горбань, глава администрации города Ростов-на-Дону, который тоже скажет несколько слов. Итак, коллеги, на самом деле это уже третий год, когда подобные конференции проходят в крупнейших городах России, и их основная идея – сплотить городские сообщества, власти всех уровней по вопросам улучшения качества городской среды, развития общественных пространств, модернизации инфраструктуры, интенсификации территориального развития и, как правило, концепции компактного города, которая все больше и больше реализуется в мире. Причем, невзирая на то, что сейчас кризис, а может быть даже особенно с учетом того, что сейчас мы испытываем серьезные экономические проблемы, находимся в кризисном периоде, урбанистическая тема не становится менее важной. Дело в том, что кризис – это не только угрозы, но это и возможности, которыми можно воспользоваться и выйти из этой ситуации с какими-то приобретениями. Сейчас мы живем в ситуации доминирования концепций конкуренции за мозги, за людей, которые приносят бизнес, которые приносят знания, которые приносят деньги в каждое поселение, в каждый город. И в этом смысле трудно себе представить, что люди, которые могут делать большие деньги, которые предъявляют спрос на высокие жизненные стандарты, придут в поселение с низким качеством жизни, с отсутствием безопасности, комфорта, в поселении, в котором, ну, как говорит молодежь, не круто жить. Поэтому в этом смысле борьба за ресурсы, борьба за мозги, борьба за таланты и за деньги – это уже непосредственно связано с вопросами качества городской среды и качества жизни. Вот в течение 3 лет подобные конференции как раз направлены на эти темы. Они проводятся оператором «Ситисфера», который является подразделением Московского урбанистического форума при поддержке Московской школы управления Сколково. Программной дирекцией является конструктивное бюро «Стрелка» и
постоянным стратегическим партнером является Банк Москвы и группа, банковская группа ВТБ. У нас сегодня 4 сессии. Вот мы начинаем пленарную сессию, которая, как вы видите, называется «Мега-события столицы Юга». Мы объясним, о чем пойдет речь. «Новые точки роста Большого Ростова». Затем пройдет еще одна панельная дискуссия «Пространственное развитие Ростовской области. Новые подходы», где в том числе речь пойдет о стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Затем будет специальная сессия группы ВТБ, касающаяся модернизации общественной инфраструктуры, плюсы и минусы, сдерживающие факторы, и новые модели и успешные проекты, реализованные в России и за рубежом. И завершающая сессия будет посвящена теме «Ростов завтра. Направления и развилки развития города». Итак, мы начинаем нашу первую сессию «Мегасобытия столицы Юга. Новые точки Большого Ростова». И всем понятно, что речь идет о подготовке и проведении в Ростове событий в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году. Понятно, что город, любой город в мире, в котором проходит подобное событие, имеет большие шансы отличиться и перейти на другой уровень развития, стать существенно более заметным для своих жителей, для страны и для мира. И мы видим уже хорошие примеры такие. В России, я не говорю даже о мировом опыте, кстати, господин Геллер расскажет нам об опыте Ванкувера. В России это Сочи, в России это Казань, в России это Владивосток, которые благодаря мегасобытиям вышли на другой принципиальный уровень признания и в мире, и в стране. Что интересного в Ростове? Об этом, собственно, будет сессия, но я анонсирую то, что Ростов, например, единственный город, который решился построить главный объект чемпионата, на фактически неосвоенной территории, что создает риски, но и дает огромные возможности, чтобы благодаря этому событию существенно расширить город и выйти на новую территорию, сделать ее доступной и привлекательной большому количеству частных инвесторов. Оборотной стороной медали по проведению крупных мероприятий является проблема белых слонов, так называемых. То есть, что делать с этими гигантскими объектами, которые заполнены в течение двух недель во время проведения чемпионата, а затем могут стать серьезным обременением для городских, областных и, возможно, даже федеральных властей. И в этом смысле мир старается продумывать послеолимпийскую, послечемпионатскую судьбу подобного рода объектов с тем, чтобы они превратились в благо, а не в головную боль для муниципалитета и для области. И этому тоже будет посвящена часть нашей сессии. Ну, наконец, еще один объект – это аэропорт, строительство которого тоже должно быть закончено до чемпионата. Этот аэропорт должен стать первым в постсоветской истории, который построен с нуля в миллионном городе. Вообще новых аэропортов в России с времен Советского Союза не строилось. И это интересно еще тем, что в мире уже в течение последних 15 лет очень успешно развивается модель так называемых аэрополисов или аэротрополисов, то есть городов, которые складываются вокруг крупных аэропортов. Ростовский аэропорт претендует на то, чтобы быть одним из самых крупных, причем не только пассажирских, но и грузовых хабов по своим возможностям. И это тоже создает очень заманчивые дополнительные шансы для города и для, возможно, возникающей новой городской агломерации. Итак, мы начинаем нашу сессию. Я прошу докладчиков быть недлинными, интересными всей аудитории. И вот заострить внимание на вопросах развития объектов для мегасобытия.
максимизации всех плюсов и минимизации минусов от создания таких объектов и проведения этого мероприятия в городе. И еще один вопрос, Василий Ильич, может быть, к вам. Как это повлияет на столичность Ростова? Ростов – это столица юга, и в прямом смысле, в административном смысле, и в идеологическом смысле самый крупный город на юге, что не всегда подтверждается там внешним видом, наверное, это проблема многих наших российских городов, включая даже Москву в некоторых аспектах. Как это, из этого выжить максимум для того, чтобы повысить статус Ростова как столичного города? Итак, мы начинаем нашу сессию. Пожалуйста, Василий Юрьевич Колубев. Как удобно. Добрый день, уважаемые участники конференции. Ну, моя функция еще и приветствие участников конференции, участников урбанистического форума здесь, в столице Юга России, в городе Ростове. На самом деле, данный форум дает нам возможность сегодня, эта возможность достаточно уникальная, заглянуть в будущее территорий, обсудить стратегические вопросы устойчивого развития, как минимум до 2030 года. Несомненно, знания участников форума и опыт требуются для достижения, на мой взгляд, главной цели. Это улучшение качества среды, в которой сегодня проживают городские и сельские жители. Вне зависимости от места проживания, люди, конечно, должны быть обеспечены всеми благами цивилизации. Для Ростовской области это, очевидно, стратегическая цель. Как этого добиться? Максимально эффективно и с наименьшими затратами нужно решать специалистам, которые занимаются планированием, управлением территориями. К вопросу о стратегии мы, конечно, сегодня будем возвращаться не раз, но теперь несколько слов о характеристике нашей области. Область – это край с глубокими историческими корнями, это перекресток древних путей юг-север и восток-запад, который был и остается привлекательным для массового расселения людей. Люди селились в первую очередь вдоль реки Дон. Это главная водная артерия области, это ее бренд. И ровное течение реки сопоставимо с той основательностью, которая традиционно присуща была нашим донским казакам. А весеннее половодье и мгновенные нагоны ветра научили жителей Дона мгновенно реагировать на самые разные природные вызовы. Окружающая среда, по сути, сформировала особенности характера жителей Донского края, традиции и бытовой уклад. Сегодня историческая и географическая экономическая привлекательность Ростовской области поддерживается современной системой мощных транспортных коридоров, развитой логистикой, мощной промышленностью, агропромышленным комплексом и высоким уровнем человеческого капитала. Вы, наверное, знаете, что в области проживает более 4 200 000 человек, и большинство из них сосредоточены в Ростовской агломерации, несколько меньше в Восточно-Донбасской и в Волгодонских системах расселения. Наиболее динамично развиваются социально-экономические процессы, конечно, в Ростовской агломерации, и центром ее является город-миллионник. Он активно взаимодействует с ближайшими городами-спутниками и сельскими районами, Азов, Батайск, ряд других территорий, образуя Большой Ростов. В составе Ростовской агломерации также есть три уникальных города со своей историей. Это Азов, Новочеркасск, Таганрог. Они наряду с историко-культурными особенностями обладают мощным научным потенциалом и высокотехнологичными производствами. Очевидно, что привлекательны они для туризма, учитывая их историю, ну и, конечно, для современного промышленного развития. К северу от Ростовской агломерации сформировалась Восточно-Донбасская система расселения, ее население около 500 тысяч человек, и жизнь связана в основном здесь, в прежние времена была связана с угледобычей, углепереработкой, а учитывая последствия реструктуризации отрасли, Восточный Донбасс сегодня требует особой заботы, я бы сказал, отдельного внимания.
Мы определили шахтерские территории как территории развития и целенаправленно работаем над поиском и созданием новых точек роста. В рамках стратегического планирования нам необходимо вывести Восточный Донбасс на позиции устойчивого развития и социального благополучия, обеспечить его инвестиционную привлекательность. Здесь сделаны первые достаточно заметные шаги. Я бы сказал, здесь и наличие моногородов. И совсем недавно правительство Российской Федерации приняло решение о создании впервые на юге России территории опережающего развития Гуково. Над этим мы сегодня работаем, по этому поводу сформирована и формируется, я бы сказал, еще отдельная программа. Волгодонская система расселения – это третья по значимости. Она включает в себя Волгодонск, Цемлянск и ряд других поселений, территорий, районов и городов. В общей сложности здесь проживают более 400 тысяч человек. Помимо атомной энергетики, в этой системе представлены почти все сферы деятельности аграрного комплекса, машиностроения. Для области это фактически опорная точка для развития восточных территорий. Таким образом, мы создаем предпосылки для гармоничного развития всего региона. В целом, Ростовская область – один из наиболее интересных для инвесторов сегодня в Российской Федерации. Во многом это удалось добиться благодаря реализации программы комплексного развития. И сегодня мы активно работаем над одним главным, пожалуй, документом стратегического планирования. Это стратегия развития Ростовской области до 2030 года. Как уже вы знаете, этой теме будет посвящена отдельная площадка. Главное отличие документа, который мы готовим, это впервые в основу стратегии положен не отраслевой взгляд, а территориально-пространственный, с привязкой к конкретным городам, системам расселения. В основе этого подхода находится человек и его жизненное пространство. Такой подход стратегии развития будет сформирован на базе документов территориального планирования. Это позволит нам обеспечить согласованность и сбалансированность решений в социальной сфере, развитие экономики, системы размещения производительных сил и экологии. Документами территориального планирования обеспечена Ростовская область в целом. И я бы хотел отметить, эти документы сегодня есть и в наших муниципальных образованиях. Мы рассматриваем их как своего рода алгоритм развития региона и конкретных территорий. Любая стратегия должна иметь долгосрочный и наступательный характер. Именно на этапе стратегического планирования закладывается решение, которое позволит минимизировать затраты, одновременно создать возможности для реализации масштабных проектов, которые меняют качество жизни и среды. Еще раз подчеркну, работа над территорией ценна тогда, когда имеет целенаправленный и поступательный характер. И очень важно, чтобы эта работа очевидно подтверждалась практикой. Приведу пример, о которых сегодня уже говорилось. Два масштабных проекта – строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года и нового аэропортового комплекса. Впервые идеи о выносе аэропортового комплекса за пределы города Ростова и освоение левобережья нашей столицы в качестве спортивной рекреационной зоны прозвучали примерно 10 лет назад. Но они, к сожалению, тогда не были подкреплены практикой. И, собственно говоря, в 2010 году аэропорт не должен был размещаться на территории, где он сейчас строится. С чего, собственно говоря, все и началось? Началось с того, что я пригласил к себе экспертов и задал один простой вопрос. Три точки, где может быть аэропорт. Три точки нового развития региона. Ваше мнение, где должен быть аэропорт? Строчка в программе транспортной программе Российской Федерации уже тогда была. Так вот, на тот момент, на 2010 год, место для размещения аэропорта, по мнению эксперта, выбрано было самое ненужное, как они считали. Исходили из одной простой вещи. Как быстрее оформить землю, как максимально быстро определить место для размещения аэропорта, и тогда был выбран район Батайска. Район Батайска не решал ни одну из существующих проблем, которые есть в нынешнем аэропорту.
это зона, которая окружена городами, глиссады те же самые, зона низкой посадки аэропортового комплекса, где вероятность туманов очень велика. И специалисты сказали, что наши доводы были не услышаны, мы просим вас повторно вернуться. Когда я спросил, где нужно размещать аэропорт, есть ли на это экспертное заключение, они в один голос сказали, аэропорт точно нужно выносить из большого города, его нужно размещать как раз в Грушевке, где сегодня аэропорт и строится. Когда мы пригласили экспертов, а у нас несколько было различных групп экспертов, в том числе Люфтганза активно участвовала, мы интересовались пассажиропотоком, грузопотоком будущего аэропорта и возможностью его развития. Оказалось, что в отличие от предыдущих площадок, здесь есть очевидно возможность для развития новой такой экономической зоны, которая позволяет не просто построить аэропорт, взлетно-посадочную полосу, терминалы, но главное развивать эту территорию в будущем. Да, была одна сложность. Порядка 150 собственников земельных участков. Но в отличие от многих, не буду называть города, где проходили крупные масштабные события, по состоянию до выхода проекта из экспертизы мы закончили в полном объеме все вопросы, связанные с землей. И когда проект вышел из экспертизы, мы могли смело его начинать. Никаких последствий в данном случае не было. Поэтому в итоге состоялось решение, и сегодня для меня важно не только само строительство аэропорта. Я почему-то уверен, что в декабре 2017 года аэропортовый комплекс будет в полном объеме готов. Но и главное развитие той территории, которая к нему прилегает. Учитывая, что это и Ростов, с другой стороны Новочеркасск, достаточно удобное транспортное сообщение, некоторые вопросы, связанные с развитием транспортного сообщения, и главное, уже планируемый реальный пассажиропоток, который на первом этапе планируется там, порядка 5 миллионов возможностей нашего аэропорта, но потенциально мы рассчитывали, что это может быть развитие до 8 миллионов. Немецкие компании нам посчитали, что вы не все учитываете, особенно азиатское направление, и вы не учитываете это, у вас может быть пассажиропоток потенциально до 12,5 миллионов. Поэтому в развитии этого аэропорта заложена и вторая взлетно-посадочная полоса. Она не строится в составе первой части проекта, но, очевидно, она может когда-то потребоваться. Таким образом, это новая точка роста, которая служит своеобразной скрепкой двух агломераций, Ростова и Восточно-Донбасской агломерации. Между прочим, в Восточно-Донбасской агломерации у нас есть избыточная рабочая сила, и при определенных условиях она, несомненно, может быть приглашена на работу на этот порт. Наши расчеты показывают, что количество людей, занятых в новом аэропортовом комплексе и все, что связано с обслуживанием, это порядка 20 тысяч рабочих мест. Поэтому в целом, я думаю, экспертное сообщество, вовремя приглашенное для консультации и принятия окончательного решения, позволило, на мой взгляд, сделать правильные расчеты и принять правильное решение. Наша область известна своими спортивными традициями, и, несомненно, очень важно создать условия для развития и спортивно-рекреационного кластера, я говорю о Левобережье. И здесь мы впервые вышли на левый берег с таким объектом, как стадион на 45 тысяч мест, но это только начало большого, на мой взгляд, интересного проекта, потому что мы закладываем развитие нескольких участков земли. Первый из них, который сегодня осваивается, это участок порядка 134 гектар. Если же потенциально посмотреть на развитие этой территории, что вторая часть – это более 250 гектар земли, и третья часть, а в целом участок, который может развиваться, потенциально более 1000 гектар земли. Они имеют свою особенность, это частично затопляемые территории, поэтому не случайно, формируя задачу строительства стадиона, спортивного комплекса, мы понимали водоотводные каналы, защитные сооружения и решение вопросов, связанных с созданием нормальных условий для функционирования в будущем. Но могу вам перспективу подсказать. Если 2018 год – это как минимум стадион, модернизация грибного канала, создание спортивно-рекреационной зоны, то уже следующие 2-3 года это строительство таких комплексов, как крупный концертный зал, примерно на 2500 мест,
это строительство ярмарочно-выставочного комплекса площадью не менее 30 тысяч квадратных, а для Ростова весьма актуальным и действительно пересечением многих дорог. Это, конечно, строительство спортивных сооружений и в том числе строительство жилья. Вот это уже сейчас заложено и рассматривается нашими партнерами как возможный потенциал развития данной территории. Но что за собой влечет чемпионат мира после него, что на самом деле является очень актуальным? Нам предстоит рассматривать, как мы построим или застроим существующие территории аэропортового комплекса. Это более 360 гектар. Совсем недавно на МЭПИМе мы свой комплекс показали, значит, на выставке. Это один из самых современных комплексов не только в России, который планируется к застройке. Как сказали специалисты-архитекторы, сегодня основным архитектором, который участвует с нами в этой работе, является Антони Бешу, один из ведущих архитекторов мира, который сказал: «Я очень медленно подходил к принятию решения, чтобы участвовать в этом проекте. Это грандиозный проект, потому что такого рода площадки одновременно в центре большого города не рассматривались во многих европейских странах. Это микрорайон или часть Нового Ростова». Слово «Новый Ростов» я употребляю не зря, потому что я Сергею Ивановичу давным-давно предложил, может быть, не очень давно, в прошлом году точно, что мы сегодня все, что делаем, должны делать с понятием, что мы делаем Новый Ростов. Так в этом микрорайоне потенциально будут проживать не менее 150 тысяч человек. Это означает, что мы практически должны будем построить новый город. Доминантой, это условие, которое я высказал, будет выступать существующая взлетно-посадочная полоса, которая является центральным таким проспектом очень этой части. Очень большая велодорожка, да, такая будет? Что? Очень большая велодорожка. 100%. Если вы 100%, если сегодня попробуете найти в Ростове велодорожки, вы их практически не найдете. Я не так давно с велосипедистами покатался на велосипеде по Ростову. Вот они меня по центру, внутри дворов и улиц возили, но это не велодорожки, это пути, которые они выбрали для себя. Да, это очевидно, не только велодорожка, это красивый, мощный проспект, между прочим, который будет служить века, потому что мы его реконструировали к 10 июня прошлого года, получили международные лицензии, он будет, переживет сам город Ростов, мы прекрасно понимаем, да, что такое взлетная посадка. В мире известно два случая, когда после ухода аэропорта с своего места разрушали эту взлетную посадку, только два случая. Аналогов больше не существует. Всегда это использовали как центральную доминанту. Но очень важно, одновременно закладывая строительство, начиная с того, понимать, с какой идеологией мы выходим туда. Мы должны прийти, завершить этот объект не через 5, даже не через 10 лет, наверное, больше. Но мы должны завершить так, как мы задумали в начале. Так что идеология должна быть сформирована и выдержана в ходе реализации данного проекта. Так что это еще одна точка роста. Я бы выделил еще одну вещь, о которой мы говорим, готовясь к чемпионату 2018 года. Я бы выделил транспортную составляющую. Мы действительно движемся в этом направлении, но если посмотреть в те деньги, которые запланированы к чемпионату мира, то там львиная доля – это модернизация транспортной инфраструктуры. Это строительство новых мостов, это новые подъезды, это модернизация дороги на левобережной зоне и новые подъезды к стадиону и к южному въезду в город Ростов. Там конфигурация должна поменяться полностью. И наша принципиальная задача, очевидно, успеть. Но главное не думать о том, как будут пользоваться этим стадионом те, кто к нам приедет в гости. Это же временная задача. Важно определить, как эти будут жить потом. Таким образом, каждый новый шаг и реализация программы подготовки и дальнейшее движение должны прежде всего определять, как это будет воспринято и принято после того, как пройдет чемпионат. Если говорить о стратегических вопросах, о которых мы сегодня говорим в правительстве, это вопросы, например, продолжения и завершения строительства кольца вокруг Ростова. Для того, чтобы громадный поток, приходящий в Ростов, практически его пересекающий с разных концов, он сегодня очевидно осложняет жизнь жителям города, да и всем, кто здесь находится. Это задача, которую мы должны решать. Это строительство дороги в обход Аксая,
тяжелый, сложный, непростой проект, но проект уже на выходе. И идея, возникшая в 2012 году, до этого возникала лишь в теории, на бумаге ее нигде нет, лет 20-25 назад. Но сегодня 60 тысяч автомобилей проходят через Аксайский мост при напряжении, которое начинается сразу после 30 тысяч автомобилей в сутки. Нашу эту задачу нужно решать. Но это не просто дорога. Посмотрите, мы только что построили в прошлом году Ростов-Азов. Мне говорили несколько раз, да давайте не строить ее быстро, давайте разобьем ее лет на 5. Я говорю, мы никогда не построим, если разобьем на 5 лет. Сегодня это сокращение, значительное сокращение дороги к Азову, к истории, исторический город. С другой стороны, это новая зона развития. Как раз зона развития Большого Ростова, и все, что вдоль дороги, сегодня стало востребованным, очевидно, под новый бизнес. Также будет и с теми территориями, по которым пройдет в ближайшем, я надеюсь, в будущем, дорога в объезд Аксая. Поэтому, возвращаясь к Новому Ростову, я думаю, в общении можно будет еще поговорить на эту тему, Сергей Иванович что-то добавит. Скажу вам, что очевидно, что мы сегодня должны вкладывать в это понятие совершенно другое самочувствие жителей города. Часто ругают власти за то, что в Ростове бывает проехать сложно, особенно в зимний период, в осенний период. Да, я это признаю, но уверен абсолютно, что сегодня будущее Ростова можно решить транспортные проблемы не только строительством метро. Само по себе метро – это очень финансово емкая тема. 125 миллиардов, как известно, на этом этапе. Нужно просто строить новые транспортные пути, может быть, беря в расчет и опыт города Москвы. Правда, если бы еще взять немножко финансовых средств от бюджета города Москвы, тогда бы эти проблемы решались несколько быстрее. Предлагаю это в резолюцию записать, да? Да. Я с Сергеем Семеновичем говорил на эту тему не один раз. Уважаемые коллеги, я убежден абсолютно, на самом деле, что строительство таких объектов, как аэропорт, новый в новейшей истории с нуля. Кстати, он не только новый, потому что он строится впервые с нуля в чистом поле. Он новый, потому что никогда в России и в Советском Союзе не строили аэропорт из трех бюджетов. Никогда. И сегодня это проблема. Почему? Оказывается, у нас нет возможности его, вернее, ее формируем, конечно, но сегодня он строится из бюджета страны, аэродромная часть, из бюджета инвестора, из бюджета области. Значит, и говорят, слушайте, да не было такого прецедента, чтобы стрюк всегда строилась из государственных бюджетов когда-то. И это для нас некая проблема. Мы ее на сегодняшний день решаем. Я уверен, что там появится не только все, что связано непосредственно с аэропортовым комплексом. Ну, я могу этот секрет открыть, но на самом деле это уже не секрет. Когда жители области голосовали за название аэропорта, было несколько названий. Победу одержало название Платов. Значит, Новочеркас, основатель Платов, атаман Великого войска Донского, герой войны 812 года, академик Лондонской академии наук, вышел из обычной рабочей семьи, здесь родился, здесь похоронен и так далее, и так далее. Это история и традиции. Ну, многие говорят, это еще легко и просто нашим гостям из-за рубежа называть. Как сказать слово Шереметьево там и так далее. А вот Платов легко и просто. Вот так что комиссия, которая работает, я думаю, в какой-то недалекой перспективе информацию эту обнародует, очевидно, уже как работавшая комиссия. Уважаемые коллеги, я еще раз хотел поблагодарить всех организаторов форума за то, что сегодня в Ростове проходит это событие. Я убежден абсолютно, что во главе угла развития любой территории, в том числе и Ростовской области, находится прежде всего эффективность и социальный эффект. Нам важно рационально использовать и бюджетные средства, и средства, привлеченные к инвесторам, и те инфраструктурные проекты, которые мы сегодня реализуем, планируем реализовывать, очевидно, внесут свой вклад в развитие комфортной среды на территории Ростова и Ростовской области. Наше с вами общение, на мой взгляд, это один из способов привлечь экспертов, населения в процесс поиска оптимального пути для развития нашего региона. Поэтому мне бы хотелось нам всем пожелать в этом удачи. Если вопросы будут, я готов буду на них ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Василий Юрьевич. Двигаемся дальше. Николай Викторович Безуглов, министр строительства, архитектуры и территориального развития.
Николай Викторович, у меня просьба уже не повторяться. Вот, и сразу еще хочу задать вам один вопрос. Хотел задать его губернатору, потом подумал, что, может быть, это ближе к архитекторам. Вот сейчас во многих городах, я бы выделил здесь особенно Москву и Казань, очень популярной становится тема «Город и вода», «Город и река». Вот долгое время к реке относились просто как к какому-то возможности транспортировки грузов, и во многих городах, включая Москву, прибрежные территории захламлены, являются частью промышленных зон, иногда заброшенных. Вот. И оказывается, вот такое прозрение на всех внезапное пришло, это жемчужина любого города, и правильно выстроено общение с водой, рекреационные зоны, бизнес-зоны, жилые зоны, они значительно повышают привлекательность, это трансформируется в рост стоимости земли, это трансформируется в приход инвесторов, это трансформируется в налоги. Вот, вы один из немногих городов, у которого в названии есть название реки. Вот. Василий Юрьевич сказал, что это символ и бренд и области, и тем более города. Вот этот аспект тоже, если можно, пожалуйста, опишите. Ростов и река. Спасибо за вопрос. Тогда, если позволите, я, наверное, отвечу на ваш вопрос, поскольку я несколько хотел говорить о другом. Я не хотел углубляться в сам Ростов, хотя я говорил о Большом Ростове. Ну и, к сожалению, не получится не повторяться на какие-то определенные моменты, такие как объекты чемпионата мира, потому что они ключевые, они дают и позволяют как бы развивать территорию. Но что касается воды. Ростов давно планомерно занимается проблемой водоснабжения чистой воды жителей. Поэтому давно сделали государственно-частное партнерство и уже практически подходит к завершающему этапу такого проекта, как «Чистый Дон» или «Вода Ростова», где совместно с инвестором... Николай Викторович, я в данном случае имею в виду не ЖКХ-шный аспект, не снабжение воды, а именно градостроительный и планировочный. Градостроительный и планировочный. Часть, это часть ландшафта города и часть городского пространства, и та часть, которая может быть изюминой вместо головной боли. Ну, тогда, вне всякого сомнения, это преображение набережной, которым сейчас город Ростов-на-Дону и занимается. Это, вне всякого сомнения, продление набережной с ликвидацией определенных предприятий, которые выходили к берегу, и продолжение как бы преобразования именно с целью общественной доступности. Вне всякого сомнения, это задействование и даже к чемпионату мира уже реновация той парковой зоны и береговой зоны реки Дон, которая есть на сегодняшний момент, Сергей Иванович, разработал такой проект, и, в принципе, уже определенный ряд инвесторов, которые будут заниматься преображением набережной. Ну и не всякого сомнения, мы вообще говорим о позиционировании левобережной части как нового центра города Ростова-на-Дону, поэтому, соответственно, наведение общего порядка вдоль реки Дон – это первостепенная задача, и она практически будет решаться уже до чемпионата мира. Второй аспект, на который бы я хотел обратить внимание, это еще одна река. Она хоть на сегодняшний момент довольно-таки маловодна. Это река Темирник. Но тем не менее она пересекает практически сплошным лучом всю территорию города Ростова-на-Дону. С севера на юг попадает тоже в реку Дон. И на сегодняшний момент занимаются очисткой этой реки. Есть, в принципе, идея, которая с Сергеем Ивановичем обсуждалось в свое время, это создание некой такой транспортно-ландшафтной оси, которая позволит в прогулочном, велосипедном и, может быть, в автомобильном варианте сделать более комфортное, доступное перемещение людей, которые живут сейчас в новом микрорайоне, который называется 140-й военный городок, застраивается, либо иное название у него Суворовский. Да, попадать в центр города, к железнодорожному нашему вокзалу, к основному транспортному узлу. Поэтому, вне всякого сомнения, как бы о воде думают, об очистке думают, об экологии думают. Ну и попутно еще пытаемся решить какие-то транспортные вопросы и решения. Я, если позволите, вернусь тогда к докладу, все-таки к ситуации с Большим Ростовом. Постараюсь все сократить. Со второго слайда, если можно. Значит, в 2015 году Министерство строительства, архитектуры и территориального развития завершило работу по актуализации схемы территориального планирования Ростовской области,
которая определила стратегию пространственного развития региона на долгосрочную перспективу. Значит, что легло в основу концепции? Это расселение по принципу формирования оптимальной системы обслуживания населения в структуре 9 территориально-экономических округов с городами-центрами и опорных точек каркаса расселения. Для присутствующих в зале сразу хочу сказать о том, что речь не идет об изменении ни в коем случае административных границ существующих муниципальных образований, а о некой какой-то такой агломерации, о возможности быстрой доступности к объектам обслуживания населения. Вне всякого сомнения, центром региональной системы является Ростовская агломерация, город Ростов-на-Дону, или, как уже привычно его стали называть, Большой Ростов. А основные инвестиционные процессы происходят именно в этой градостроительной системе. В основу ее планировочной структуры положен принцип лучевого построения. Каждый вектор развития, луч берет начало в центре агломерации Ростов-на-Дону и направлен вдоль сложившихся транспортно-коммуникационных коридоров на соединение как раз-таки с теми городами, которые называлось Илья Юрьевич, это Новочеркасск, Батайск, Азов, Таганрог. Главный на сегодняшний перед нами планировочный луч – это луч ростовской агломерации Новочеркасский. Его основа, конечно, федеральная дорога М4 «Дон». Это главная транспортная ось Ростовской области, которая вместе с проектируемым восточным обходом города Аксая, о чем Васильевич говорил, образует мощный транспортный каркас территории. Драйвер развития этого луча – это аэропорт Южный, крупнейший авиаузел на юге. В этом году приступили к разработке стратегии пространственной организации Ростовского территориально-экономического округа. В составе этой работы будет выполнена схема функционального зонирования данного луча, которая закрепит намеченные точки роста и территории как перспективного жилищного строительства, будет логистики и промышленные площадки. На сегодняшний момент уже многие инвесторы обращаются по размещению как логистики, так и промышленности в непосредственной близости к аэропортовому комплексу. Кроме того, именно в структуре Новочеркасского луча будет реализован проект реновации территории Ростовского аэропорта. Останавливаться не буду, Василий тоже как бы сказал, это крупнейшая жилищная застройка. Что же нам даст, в принципе, вынос действующего аэропорта за пределы ростовской черты, позволит не только снять ограничения по этажности в использовании существующих территорий, даст возможность застроить крупнейшим районом территорию, где мы планируем получить 2,5 миллиона квадратных метров. Конечно, в этом микрорайоне будут, естественно, и объекты обслуживания, вне всякого сомнения. Батайский луч. Это не получится новый большой спальный район? Вот всегда большие проекты жилищного строительства имеют такой риск и понятное желание девелоперов выгнать метраж по жилью, а дальше по соцкульбыту и по рабочим местам, в общем, взять длинную паузу. Ну, не всякого сомнения, промышленности там не будет, то есть рабочих мест как таковых, задействованных на предприятиях, там не предусмотрено, но будет застраиваться основная ось, и это разумно, вдоль, естественно, существующей взлетной полосы. Соответственно, на первых этажах везде предусмотрено коммерческое жилье для социально-культурного и бытового обслуживания. Всегда есть определенная задержка по строительству социально-культурных объектов, таких как детские сады, школы. Но на сегодняшний момент инвестор, с которым, который планирует производить эту застройку, он прекрасно понимает о том, что детские сады капитализируют продажу его объектов недвижимости. Поэтому на сегодняшний момент тема, что муниципалитеты построят садики, и на это уйдет много времени, уже практически уходит на второй план. Сегодня инвесторы с готовностью берутся строить самостоятельно такие объекты, как объекты спорта, объекты некого культурного направления, ну и не всякого сомнения детские сады, пока не берутся за школы, поскольку дорогостоящие все-таки проекты, и непонятно, как они могут себе вернуть денежные средства. Поэтому я думаю, что он не будет отдельно прям спальным, он будет и с рабочими местами в сфере обслуживания, ну и не всякого сомнения, социальное обслуживание тоже будет. По Батайску, значит, тоже стержнем является М4 Дон.
Формируется новый общественный центр Большого Ростова. Здесь драйвером развития территории строящийся футбольный стадион на 45 тысяч мест в левобережной зоне. Ростов-арена идет с опережением графика. В принципе, уже решены практически вопросы по водоснабжению, канализованию, по транспортной доступности заканчиваются. В сентябре завершится строительство котельной для теплоснабжения. И в мае 2017 года будет построена электроподстанция спортивная, которая будет предусматривать мощности и на развитие данной территории. По инфраструктуре хочу отметить, что, конечно, понимание направлений пространственного развития территории позволяет нам совместно с администрацией города координировать сложную работу по обеспечению этой части левобережья инженерно-транспортной инфраструктурой, формировать тем самым заделы для развития будущего центра Ростова. И, как Василий Ильич говорил, на самом деле, хотел бы обратить внимание, что там два года назад большинство скептиков как бы еще рассуждало, а нужно ли было размещать и аэропорт в Грушевске, и сам стадион в левобережной части. Но как видим, что уже сегодня это все имеет уже отклики, даже не завершив строительство этих объектов, но уже притягивает к себе инвесторов. Транспортный луч. Темпы развития Таганрогского луча, стержнем которого является федеральная автомобильная дорога М-23, зависит от многих внешних факторов, то есть наиболее пока слабо развивающихся из всех лучей Большого Ростова, в том числе внешнеполитических, потому что понимаете, что близость города Таганрога к границам с Украиной сказывается. Значит, но логистика, промышленный и культурный потенциал Таганрога должен вывести этот город на роль самостоятельного центра в западной части Ростовской области. Несомненный потенциал для расселения имеет территория всего луча от Ростова до Таганрога, а оба города могут стать еще доступнее друг другу, если, в принципе, использовать скоростное железнодорожное сообщение. Про Азовский луч. Интенсивное развитие Азовского луча связано со строительством новой автомагистрали. Тоже Василий Ильич обращал внимание ваше на это. Во многом именно благодаря этому объекту значительно возрос спрос на жилье, как следствие активность инвестиционных процессов в Азовском районе, она сейчас возросла. Хотел бы обратить ваше внимание на лучи второго порядка. Они достойно представлены на слайде, обратите на них внимание. В направлении Новошахтинского луча реализуется мощный проект строительства жилого комплекса «Суворовский», который уже на сегодняшний момент обеспечил необходимый противовес жилому району Левенцовский в городе Ростове-на-Дону и сформировал, в принципе, доступный рынок жилья. Главной осью развития Щепкинского луча расселения станет продолжение улицы Орской в направлении аэропорта Южный. Там начал застраиваться жилой район Платовский, известный всем градостроителям со стажем как район декоративной культуры, это за Ростовским морем. Как видим, основные оси развития совпадают с крупнейшими транспортными коридорами федерального регионального значения. Учитывая, что уже в ближайшей перспективе к 2018 году область станет одним из самых крупнейших транспортных узлов европейской части России, регион получит, соответственно, очередной импульс развития. Ну, иными словами, хотел бы сказать, что реализация крупных инфраструктурных проектов дает толчок развитию прилегающих территорий, которые, в свою очередь, становятся центрами притяжения предпринимательского потенциала человеческих финансовых ресурсов. Масштабное жилищное строительство реализации проектов комплексной застройки возможно на основе разработанных генеральных планов муниципальных образований и проектов планировки территории перспективного жилищного развития. Только при наличии этой документации можно вести планомерную целенаправленную работу по подготовке территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, координировать планы строительства жилья на уровне субъекта и муниципалитетов, представлять обоснованные предложения в программах наших коллег в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения. Сегодня особенно важно принимать оптимальные управленческие решения, как стратегические, так и тактические. В условиях сложной экономической ситуации, дефицит бюджета всех уровней и цена принятия, самое главное, неверного решения по развитию территории, прокладки дорог и инженерных сетей очень велика. При разработке градостроительной документации мы учитываем современные тенденции в сфере территориального развития городов и городских агломераций,
принимаем во внимание вызовы, с которыми сталкивается регион, анализируем все риски, учитывая влияние таких мегасобытий, как предстоящий чемпионат мира. Тоже хочу поддержать, что конференция подобная сегодня дает уникальную возможность изучить передовой опыт успешной реализации задач в сфере градостроительства, являются эффективными площадками для налаживания деловых контактов и профессионального обмена информацией между специалистами отрасли. Поэтому хотел бы, чтобы действительно как бы мы очень хорошо отработали на ней. А вас хотел бы поприветствовать на этой площадке. Спасибо. Спасибо, Николай Викторович. Хочу предоставить слово Майклу Геллеру. Майкл, floor is yours. Я, да, прошу воспользоваться устройствами для синхронного перевода, пожалуйста. Это мой первый визит в Ростов. Я извиняюсь, прошу извинения каждому вам из вас, что вы не говорите по-английски. Это не моя вина, это вина моих родителей, прародителей, что они были рождены в бывшем Советском Союзе, довольно близко к этому месту, но мои дедушка с бабушкой так сильно учили английский, что забыли меня научить русскому. Когда уехал ваш дедушка? Он жил в Одессе, жил в бывшем Советском Союзе. That's right. Да, часто, когда я говорю, в мире встречаюсь, люди отвечают как бы семью словами на все, что я говорю. Обычно они говорят так: в нашем городе такого никогда не будет. И я понимаю, что я сейчас буду показывать вам фотографии из Ванкувера, и многие из вас скажут: о, такого никогда не может случиться в нашем городе. Но после того, как я послушал вашего губернатора и те планы, которые у вас есть, я надеюсь, что некоторые идеи, которые я вам сегодня представлю, на самом деле произойдут в вашем городе, и чемпионат мира по футболу будет физическим улучшением, которое станет наследием для всего вашего региона. Как мы все знаем, мегапроекты во всей истории влияли на города различным образом. Безусловно, мировые выставки – это очень большие события. Олимпийские игры тоже огромные по своему масштабу, которые преображают города. Но я выбрал Барселону и Лондон, потому что есть два примера здесь, когда это была тоже площадь рядом с водой, была полностью изменена. И после двух Олимпиад, надо сказать, эти города очень здорово выиграли. В Ванкувере было два больших мировых события. По крайней мере, мы о них думаем, что это такие две большие мировые вечеринки. Первое – это 30 лет назад была Всемирная выставка. Это не было тогда уж очень популярным событием. Это было скорее... были политические лидеры, которые хотели, чтобы это произошло, потому что большинство из людей считает, что просто потеря денег. Но мы провели, и это мероприятие, оно изменило наш город. А затем, 6 лет тому назад, подобно как в Сочи, у нас были зимние Олимпийские игры. И мне очень нравится думать о том, что мы справились с какими-то там ситуациями очень хорошо. Просто вам показывают, как выглядел Ванкувер до мировой всемирной выставки. Мы просто обычный канадский город, но это не был мировой город. Ростов – это российский город, но он еще неизвестен как мировой город.
Но после вот этого футбольного чемпионата вы станете известны. Вы сможете сделать себя известными как местом, очень особенным местом в мире. Посмотрите на Ванкувер сегодня. Вы можете сказать, что да, действительно, Ванкувер преобразился в большей части, потому что... Это произошло благодаря выставке. То, что мы сделали, я думаю, это очень важно, мы попытались избежать вот этих самых белых слонов, которые являются сегодня одной из тем. Мы подумали о том, как мы можем использовать далее вот эти особенные места, как, допустим, футбольный стадион. Он может использоваться как стадион, но он также может стать и центром, общественным центром для концертов. Можно ли его разделить и использовать для других спортивных мероприятий? И, как вы увидите, это именно то, что мы сделали в Ванкувере. Одно из зданий, которое мы построили тогда и потом перевернули, преобразили в большой общественный центр. Это был большой успех. Вот эта идея, которую я люблю рассказывать людям, и хотел поделиться с вами в Ростове. Для того, чтобы вот эта всемирная выставка стала успешной, наше правительство попросило каждого человека в нашем городе пригласить людей в Ванкувер. Мы создали специальные почтовые марки или открытки, потому что тогда не было интернета, которую мы, ванкуверцы, могли бесплатно рассылать в любую точку мира и пригласить людей в Ванкувер, чтобы они увидели его впервые в жизни. Может быть, это смотрится на какой-то, знаешь, маленький пустячок, но этот пустячок сработал. У нас не было достаточно отелей, поэтому мы говорили: люди, пожалуйста, делайте так, чтобы в ваших домах могли люди жить. Пусть это будут ваши члены семей, пусть это будут даже незнакомые для вас люди. Но знаете, люди на это откликнулись. Если вы хотите, надо сказать, что вот эти большие какие-то мероприятия, строительства, они важны. Но вот такие мелкие вещи, они тоже важны. И я думаю, что, может быть, в следующий раз, когда я приеду, вот мы сделали такие значки «Пригласи весь мир к себе». Может быть, в Ростове будут такие значки, да, «Пригласи к себе в Россию» там. Мы даже в Макдональдс попросили сделать что-то особенное. Они сделали в Макдональдсе специальную баржу, которая по реке двигалась. Никто не думал, что эту баржу, может быть, использовать потом. Но теперь прошло 30 лет, и эта баржа превратилась в ресторан. Все нормально. Один из моментов, о которых мы думали, мне очень приятно, что ваш губернатор об этом говорит, это то, как мы можем использовать эти места, ну не аэропорта, а вот выставки, как мы можем использовать это в будущем. Мы пригласили людей, провели конкурсы, пригласили людей, чтобы они развивали это место. Мы, кстати говоря, думали, что это будут канадские девелоперы, но в итоге это оказались богатейший человек в Китае, из Гонконга, Ли Ка Синг, он стал развивать эту территорию. Я быстро покажу вам, как это довольно в короткий промежуток времени с усилиями и интересом господина Ли Ка Сина мы сумели преобразить вот всю эту территорию. В 2010 году у нас была Олимпиада. Мы опять-таки понимали, что многие города создали довольно дорогие проекты, а потом сильно жалели об этом. Поэтому мы сфокусировались на трех моментах. Первое – пригласить мир. Даже если вы не получили билеты на мероприятие, все же приезжайте в наш город, просто насладитесь городом. У нас были уличные фестивали, знаете, большинство людей, которые в это время приехали на Олимпиаду, они даже не смотрели Олимпиаду, ну, по телевизору смотрели, но им было интересно посмотреть город. Мне интересно, как у вас это произойдет в вашем городе. Позвольте, я перебью вас, очень важно сейчас, чтобы мы понимали ситуацию с людьми. Я поговорю с русскими, объясню этот момент. Я смотрел историю многих городов, которые были городом больших спортивных событий. Примерно каждый десятый из гостей города имеет билеты на спортивные соревнования.
А 9 из 10 просто приезжают в город, чтобы почувствовать эту атмосферу. Поэтому это очень важная мысль, что вы не ограничены вот количеством мест на стадионе. Вы, собственно, безграничны. И многие приедут посмотреть именно город вот в период массовых соревнований, а не просто попасть на стадион на спортивный матч. Это очень важно иметь в виду. И если у них нет достаточно мест в гостинице, то люди, которые здесь есть, у вас же есть дома, вы можете пригласить гостей к себе домой, положить их в спальню, а сами лечь спать в зале. На самом деле мы каким-то определенным образом использовали свои какие-то наработки. Например, наш каток для керлинга использовали теперь как общественный центр. Медиа-центр стал тоже использоваться для нашей общественности. Дальше. Олимпийская деревня стала новым жилым кварталом и катализатором развития. И опять же, то, о чем мы думали, я знаю, что в Сочи это сделали, это то, что мы сказали, давайте, мы никогда не думали о том, чтобы иметь какое-то устойчивое развитие среды в то время, да, но когда у вас начинается такое событие, да, то вам нужно думать о том, как подумать об устойчивом развитии, как проектировать все события, все здания так, чтобы потом можно было их использовать. Вот, допустим, вот этот, нам реально не нужен был конькобежный дворец, и мы его превратили в центр, общественный центр, а теперь он стал центром нового вообще квартала жизненного. Вот, тоже на берегу реки, буквально очень близко, можно пешком дойти до него из центра. И люди стали переезжать в эти дома, потому что им понравилась сама идея, что их общественный центр был когда-то центром олимпийского движения. И вот, как вы видите, много очень кранов было, много строительства. Конечно, время потребовалось, чтобы потом все перепланировать после Олимпиады. Но я думаю, что все это то, что может случиться, если мы все правильно планируем, если мы правильно развиваем. Поэтому в заключение хочу сказать, что если у вас в Ростове вы проводите чемпионат мира, и это несколько отличается от Олимпиады или выставки, но я вас впечатлен тем, что вы планируете. Я надеюсь, что с хорошим планированием о том, как использовать заново ваши новые здания, новые объекты, вы сможете их вписать в общественную структуру города, и этот турнир для вас оставит серьезное наследие на десятилетия и даже столетия. Надеюсь, дал вам кое-что для размышления. Мой дедушка подарил мне эту кепку. Александр Владимирович Антонов. Пожалуйста, мы чуть-чуть отстаем от графика, поэтому прошу весело и энергично. Да, спасибо, я постараюсь. Сначала я хотел бы сказать пару слов о соавторе доклада Петре Лоренце. Это профессор урбанистики Гданьского политехнического университета, вице-президент Международной ассоциации планировщиков и в настоящее время президент Польской ассоциации планировщиков. Пример немножко к нам поближе, чем Ванкувер. Пример строительства стадиона в городе Гданьске к чемпионату Европы 2012 года. Город Гданьск, собственно, есть такая известная агломерация, по-польски это Трójmiasto, по-русски три города, общая численность население трех городов порядка 900 тысяч человек, численность населения агломерации порядка 1 200 000. В принципе, вот эта агломерация на польском уровне, наверное, примерно занимает такое же место, как Ростов, то есть это город после первых двух городов Польши, которые всем известны, Варшава, Краков, а потом идут остальные города. Ну вот, собственно, на правом слайде красной точкой показано
Так, где это я должен показывать, да? Вот Гданьск, центр Гданьска исторический находится здесь, аэропорт находится здесь, стадион построен здесь, город Сопот, город Гдыня. Просто какие-то картинки. Вот этот канонический вид Гданьска, ну и известный танцующий дом, это город Сопот просто. Еще раз, расположение стадиона немножко поближе. Вот это исторический центр Гданьска. Вот это Гданьск развивался вот в этом направлении. И вот здесь еще одна очень интересная перекличка из Ростова. Вот это вам ничего не напоминает, вот эта линия? Это та самая взлетно-посадочная полоса, вокруг которой немецкого аэродрома, вокруг которой построен, собственно говоря, современный социалистический Гданьск. И эта взлетно-посадочная полоса замечательно читается на местности, те же самые бетонные плиты, с ними ничего не произошло за прошедшие, сколько там, 60 лет. И вот где находится стадион. Было проведено несколько исследовательских работ, естественно, тоже искали место для стадиона. Стадион также, как и в Ростове, построен на совершенно новом месте, далеко от существующих центров. Вся вот эта территория – это огромный порт. Ну, Гданьск еще известен тем, что это родина польской солидарности, Лех Валенса и вся-вся вот эта польская история. Она, собственно, вот здесь родилась. Как сказал Петр Лоренц, стадион построен, ну, я не знаю, как перевести, in the middle of nowhere, в середине пустого места, да, в середине ничего. Вокруг стадиона... Черта на куличиках по-русски. Да, он далеко от исторического центра, он далеко от современной застройки. И сегодня, вот это будет видно на дальнейших слайдах, собственно, вокруг такой заброшенный промышленный район. Вместе со стадионом было несколько сопутствующих проектов. Это, прежде всего, конечно, реконструкция аэропорта на месте существующего аэропорта. Несколько транспортных проектов. Пассажирская ветка была организована по существующим рельсам к стадиону. Ну, собственно, ликвидирован был большой грузовой двор железнодорожный. Новая транзитная магистраль, вот она красным нарисована, мы к ней еще вернемся, она не была построена к чемпионату. И крупный выставочный комплекс рядом со стадионом. Вот здесь, собственно, проектов таких бюджетных, крупных было три. Это вот та самая магистраль, новый выставочный комплекс, и вот здесь регенерация исторического квартала. Здесь был маленький... Ну вот, аэропорт, просто картинки, не буду останавливаться. Выставочный комплекс, собственно, вот стадион, вот новая станция. И выставочный комплекс, он напротив стадиона находится. Вот интересный проект реконструкции исторического квартала. Совершенно маленький камерный квартал вблизи стадиона. Он был за бюджетные деньги приведен в порядок. И была, значит, ну такая... Картинка была сделана декоративная довольно. Дальше, собственно, вот стадион. Вот просто хотел показать фотографию Петра Лоренца. Да, стадион в красивом виде. И вот верхний слайд просто я хотел продемонстрировать. Это с реки. Ну, окружения стадиона никакого нет. Это как раз выход из порта к морю. Транспортная инфраструктура. Вот здесь я хотел бы... Это фотография октября 2012 года, два месяца назад закончился чемпионат. А вот мост той самой транспортной магистрали. Как вы видите, мост еще строится. Транспортный проект был, не успели завершить. Кроме этого, вот эта станция, которая находится практически вот здесь... После чемпионата прекратил работать как пассажирская станция, и до сих пор никакого пассажирского движения там нет, ну, потому что просто пока нет потока, некуда ездить. А, ну вот еще транспорт, да, это трамвай нам рядом ходит, железнодорожная ветка не работает. Еще что нужно отметить, большинство активности чемпионата, конечно, проходило в городе, в исторической части.
После чемпионата стадион используется периодически. Ну вот, гданьская команда играет не шибко, не валко, находится в середине турнирной таблицы. И максимальная посещаемость 15-17 тысяч человек до чемпионата, до нового стадиона. У команды был стадион 12 тысяч человек, ну и посещаемость тоже была где-то на уровне там, 70% заполнения. Да, болельщиков стало чуть побольше. На стадионе периодически проводятся концерты, но ситуацию вот эту с концертами, с такими мега-ивентами на стадионе довольно сложно прогнозировать и сложно оценивать ее экономический эффект. Вокруг стадиона очень медленный рост, транспортные проекты не закончены. Опять-таки, возвращаясь вот к этой красной магистрали, она, это на самом деле обходная дорога, тоже одна из обходных дорог, которая должна была насквозь пройти через промышленную зону Гданьска. И мост – это одна из частей обходной дороги. Должен был быть еще туннель под рекой. Так туннель вообще не построен и не начат, похоже, еще. То есть, как транспортный проект, этот проект не завершен далеко. Город, конечно, очень серьезный позитивный имидж городу принес чемпионат и, прежде всего, появление мощного аэропорта. Сегодня это на Балтийском побережье из новых таких аэропортовых комплексов, наверное, второй после Рижского. И вот эти два аэропорта, кстати, практически закрыли возможности развития Калининградского аэропорта. То есть есть два мега... Ну, в Риге Air Baltic развивается, и в Гданьске все между... В Литве нет аэропортов, и в Калининграде теперь тоже с этим очень сложно. И, естественно, в Польше за счет чемпионата была создана феноменальная культура, феноменальная инфраструктура гостеприимства. В Польше сейчас дешевые гостиницы. Если вы вдруг поедете в Польшу, вы нигде не увидите в Европе вообще таких завтраков. То есть уровень гостеприимства... Вот, конкуренция в гостиничной сфере в Польше сегодня просто гигантская, и туристам от этого только хорошо. И, естественно, вот созданная транспортная инфраструктура используется не только гостями, но и жителями страны, и вот это вот Труймясто сегодня является очень привлекательным регионом для жизни. Интересно, что действительно стройка идет везде. Ну, понятно, что Польша живет в основном практически только за счет естественного прироста населения, естественного движения, мигрантов там довольно мало. И вот это крупный город, который привлекает жителей сельской местности и так далее. Ну и, собственно, завершающий слайд. Уроки чемпионата. Здесь я повторю, наверное, выводы Петра Лоренца. Чемпионат ради чемпионата – это очень дорого. Новый городской район, который создается, это очень хорошая опция, но... Ждать отдачи и быстрого освоения не стоит. Появление инфраструктуры, обслуживающей туристов, это плюс, но привлечение туристов происходит не за счет этой инфраструктуры, а за счет каких-то других средств. Ну и чемпионат надо использовать, чтобы решить текущие проблемы, а не для создания новых. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Очень, очень полезно. Да. Прошу выступить Михаила Эдуардовича Васильевского. В принципе, можно с места, если есть желание. Я уже встал. Всегда часть журналистов задает вопрос, а при чем здесь урбанистический форум и банк? А вот почем. Мы, как всякие бизнесмены, непрерывно думаем о том, как мы будем зарабатывать завтра, где мы будем зарабатывать завтра. И вот в рамках этого анализа мы... видим в течение уже нескольких десятков лет четко проследующуюся тенденцию концентрации населения человечества в городах. Это касается, в общем, практически всех стран мира. 50% населения мира живет в городах, в России 70% населения живет в городах. Это связано со многими факторами, в первую очередь, конечно, с повышением производительности труда в сельском хозяйстве, с новыми технологическими укладами, которые... предполагают использование все более и более квалифицированного труда, людей с высшим образованием, активную кооперацию с наукой.
И поэтому для нас участие в таких конференциях – это возможность услышать о том, каким будет будущее наших мегаполисов. Но нам, конечно, хотелось бы в будущем работать не просто в больших городах или в огромных городах, а в городах богатых, потому что нам хочется зарабатывать в городах, где народу маленькая заработная плата, где нет возможности для развития бизнеса. Наконец-то банкиры стали правду говорить. Нам будет, я думаю, что здесь у всех совпадает желание, всем хочется, чтобы наши города были богатыми. И дальше вот самый главный вопрос, а как большому городу стать богатым городом, где работают эффективные предприятия, которые могут обеспечить высокие доходы, которые обеспечивают собственную высокую рентабельность, формируют мощную налоговую базу для дальнейшего развития города. И здесь я, Андрей, как раз хотел бы вернуться к той мысли, которую вы уже коснулись, что конкуренция за высококвалифицированную рабочую силу, она будет становиться все более и более жесткой. И поэтому те города, которые смогут создать первоначальный задел с точки зрения качества своей среды, получат определенные преимущества. Поэтому, конечно, вот те возможности, которые получают сейчас Ростов с точки зрения развития своей, в первую очередь, транспортной инфраструктуры, создает хорошую платформу для дальнейшего, среднего и, может быть, даже долгосрочного развития вперед. Но для этого необходима очень четкая экономическая политика. И мы, и бизнес, наверное, хотели бы услышать от власти, от элит, какими они видят экономику будущего. Как будет развиваться город, какие отрасли будут здесь концентрироваться, как будет реализовываться кластерная политика, какие преференции и дополнительные возможности получат инвесторы. Сегодня действительно конкуренция очень жесткая, конкурируют компании, конкурируют страны, регионы, отдельные люди. И вот в этой конкурентной среде все время будут появляться какие-то лидеры. Поэтому, наверное, сегодня в основном наши акценты будут смещены в сторону урбанистики. Но вот пример Ванкувера, и Майкл показывал, как изменился город. Но Ванкувер не просто очень комфортный город, это богатый город. Там живет много богатых людей. И они приезжают туда и для того, чтобы вести бизнес, а не просто там жить. Поэтому мне очень хочется пожелать и жителям Большого Ростова, Нового Ростова найти вот этот правильный экономический путь. Мы в этом очень заинтересованы, мы хотим чувствовать это, понимать, мы хотим участвовать в реализации этих проектов. Несомненно, бюджетные возможности ограничены. Мы сегодня на встрече с губернатором обсуждали наш опыт и нашу готовность использовать его в реализации проектов государственно-частного партнерства. Мы сегодня встречались с одним из наших клиентов, с компанией «Ростов-Водоканал», и обсуждали возможности финансирования инвестиционных программ развития. Поэтому, конечно, инфраструктура создает основу, но еще раз хотел бы сказать, она должна дальше поддержать развитие бизнеса. Спасибо. Спасибо, Михаил Эдуардович. Я еще раз хотел поблагодарить вас в вашем лице, всю группу ВТБ вот, за такую последовательную поддержку развития урбанистического движения, урбанистической мысли в России. И могу сказать, что банк и лично Михаил очень активно участвуют в выборе городов, где проводить подобные конференции. И, конечно, они держат нос по ветру и смотрят именно на те города, где наивысшие шансы на крупные, долгие и успешные проекты. Спасибо. Сергей Борисович Сиваев, Федеральный центр проектного финансирования. Можно с места, Сергей Борисович, я так понимаю, что мы можем поговорить об инфраструктурных проектах, которые являются не очень видимой, но суперважной частью любого развития, в том числе и подготовки к мегасобытиям в городе. Да. Спасибо.
Да, вы знаете, тоже хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о мегапроектах, мы всегда должны отталкиваться от существующей ситуации. И вот огромный плюс, мне кажется, конкретный плюс, который случился в Ростове, если не ошибаюсь, еще до принятия решения о проведении чемпионата мира в России, это история с Ростовским водоканалом. Потому что не мне вам, ростовчанам, рассказывать, насколько серьезные проблемы водоснабжения, в первую очередь водоотведения, были в Ростове. И если бы не реализовывался тот грандиозный в масштабах России коммунальный проект в формате водоснабжения, который в Ростове сейчас реализовывается, то вот обеспечение качества, нормального качества жизни даже в формате проведения чемпионата мира было под серьезной угрозой. И то, что вы сделали опережающий шаг, мне кажется, это очень важный позитивный комментарий к целенаправленной политике, которую проводят местные власти в связи с региональным развитием. Два слова хочу сказать. Действительно, вот мы и на панели, которую будем проводить дальше, будем обсуждать тему, связанную с тем, что развитие общественной инфраструктуры – это, собственно, инструмент обеспечения качества жизни. Значит, и любое мегасобытие – это только акцентированно подойти, обратить внимание на эту проблему. А эта проблема постоянно присутствующая в нашей повседневной реальности. И набор тех инструментов, набор тех практик, которые мы можем предложить для того, чтобы вот это качество жизни в виде комфортной общественной инфраструктуры обеспечивало хорошее самочувствие граждан, это та важная задача, которая стоит перед властями. И понятно, что у нас вот в рамках существующих серьезных бюджетных ограничений мы должны посмотреть на то, что может сделать бизнес в этой связи. Вот. И мне кажется, что у нас, собственно, я представляю Федеральный центр проектного финансирования группы ВЭП, у нас уже есть собственный позитивный опыт, например, помощи Ростову в развитии социальной инфраструктуры, в частности, плавательных бассейнов. Да? Вот это тоже те серьезные шаги, которые позволяют привлечь частные деньги для решения тех проблем, которые имеют общественный и социальный характер. Мне кажется, что проведение вот таких урбанистических форумов – это очень серьезная площадка для того, чтобы мы как раз, публичная власть, бизнесы, нашли новые механизмы взаимодействия для решения тех задач, которые формируют иное качество жизни. Вот. И наш сегодняшний разговор, вот, акцентированный на события 2018 года, мне кажется, это хорошая отправная точка, чтобы наметить ближайшие цели. Я достаточно много занимался анализом последствий мегасобытий на развитие городов, и уже звучало несколько характеристик, что действительно принципиально важно иметь в виду не только сам факт происходящего и последствия. Есть уникальные, на мой взгляд, вообще лучшие опыты, которые были вот за последние 20 лет, это Барселона и Лондон. Я очень надеюсь, что через пару лет я могу включить в этот список и Сочи, но должно пройти еще какое-то время. Значит, последние два года паломничества, зимнего паломничества на горнолыжный сочинский курорт, конечно, внушает определенный оптимизм, вот, но понятно, что здесь еще масса факторов стеклось. Так вот, при всем благополучии, например, Барселоны, следует отметить, что сами олимпийские объекты Барселоны сейчас пустуют. Зарастают. Вот Барселона сделала совершенно потрясающую набережную. Барселона привлекла себе огромное внимание со всего мира. Это сейчас центр международного туризма. Но в то же время сам Олимпийский стадион, на котором горел Олимпийский огонь, на нем там сейчас березы растут. То есть он пустует. Вот при всех позитивных сторонах всегда есть масса моментов, которые дополнительно нужно принимать во внимание для того, чтобы не забыть про важные существенные мелочи. Вам предстоит еще очень много сделать, потому что вы, собственно, находитесь в самом начале пути. У вас, мне кажется, очень позитивные, очень серьезные планы. Я желаю вам на этом пути успеха и очень надеюсь, что у нас найдется инструменты квалифицированной помощи, которые будут вам полезны вот на этой дороге. Спасибо. Спасибо, Сергей. Как Сергей Борисович анонсировал, тема более глубоко будет на следующей сессии рассмотрена, касающаяся инфраструктурных проектов и возможностей софинансирования их, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Виталий Эдуардович Стадников, заместитель декана Высшей школы урбанистики. Пожалуйста. Спасибо.
Ну, состоявшееся обсуждение у меня как бы рождает несколько вопросов. Первое – это то, что вот я достаточно хорошо знаком с проблемами, похожими проблемами Самары, тоже который принимает чемпионат мира по футболу, и такое испытываю некоторое дежавю, когда речь идет о строительстве аэротрополиса, значит, строительстве новой инфраструктуры вокруг стадиона. С одной стороны, да, безусловно, большие события – это огромный стимул для развития инфраструктуры города. Но всегда возникает вопрос, а не является ли это угрозой для существующих достоинств города? И мы как бы зашли в нашей дискуссии со стороны человека, человеческого капитала и качества среды. И губернатор действительно в первую очередь определил приоритеты как улучшение качества среды и устойчивое развитие, что, безусловно, соответствует там, основным направлениям развития современных городов. И вот они-то как раз, собственно, и могут пострадать в результате нерационального использования бюджетных средств и ресурсов в том случае, если... А насколько это видно, основные бюджетные средства должны пойти именно на развитие новых территорий, новой инфраструктуры, новых жилых районов на несколько сот тысяч жителей. Конечно, это не может не вызывать вопросы по той причине, что Ростов не обладает особо позитивной демографией при всех своих достоинствах. А достоинства совершенно очевидны. Это город совершенно уникальный с точки зрения сформированной исторической среды, с большой концентрацией памятников, целостностью этой среды, огромным историческим центром, который, конечно же, невозможно содержать как одну изюминку, на которую нужно тратить внешние бюджетные средства. Это должен быть живой центр, тот, который, в общем-то, он в уникальном состоянии сейчас присутствует, потому что это реально жилая, живая территория с работающими первыми этажами, хорошо сконцентрированная, и одна из благодетелей Ростова-на-Дону – это именно концентрация и смешанность функций, которые сейчас уже в городе наблюдаются, ее бы не растерять. Это один из крупнейших городов России, да, 10-й по населению, но он несравнимо компактней других городов-миллионников, которые как бы рядом с ним стоят. То есть он чуть ли не самый маленький, не самый компактный город, при том, что характер его застройки совершенно не характерен для миллионников России. Это город со смешанной, совершенно смешанной типологией и очень высоким процентом индивидуального сектора, что неплохо, и так называемый исторической мелкопарцеллярной среды. То есть он доказывает величайший парадокс, что малоэтажный город может быть высокоэффективным. И высокоплотным. И вот здесь нужно понимать, что набережная в старом городе, благоустройство левого берега Дона, приобретение качественных рекреационных функций, они, как правило, дают гораздо больший эффект для имиджа города, улучшения имиджа города, для привлечения людей, для того, чтобы люди желали здесь жить и не желали уезжать в Москву или Питер. То есть производит это больший эффект, чем появление каких-то крупнейших инфраструктурных новых объектов. Я могу сказать по Самаре, когда там отремонтировали набережную, которая гораздо длиннее, чем в Ростове-на-Дону, то все, что осталось от администрации, которая занималась этим, это воспоминания о набережной. И город – это город набережной в первую очередь. Вот Ростов-на-Дону, он не просто город-труженик, это город-курорт. И это город туристически сверхпривлекательный. И я еще хочу раз отметить, что нельзя потерять как бы этот потенциал, растратив
энергию на создание новой инфраструктуры. Новая инфраструктура должна работать на то, что уже есть. Спасибо. Спасибо. Вот очень для меня лично важная тема, связанная с плотностью городов. Вот долгое время, и до сих пор я вижу это у руководителей крупных городов, у руководителей субъектов федерации, такое, в общем, сложное отношение к плотности и стремление делать очень распростертые города, большие, считая это большим благом для города и для жителей. Вот все-таки современная урбанистическая мысль говорит о том, что плотность – это не беда, это благо, просто надо научиться с ней работать. И как раз плотность отличает мегаполис от простого города. Плотность порождает разнообразие. Вы сможете именно в плотном большом городе получить те услуги, те блага, которые вы не сможете в обычном городе получить. Именно в силу высокой плотности это все становится возможным и становится оправданным. И вот это очень важно всем отцам города и сообществу профессиональному, жителям думать об этом и стремиться беречь ту плотность, которая исторически сложилась, и совсем не обязательно уходить в тему гигантских многоэтажек с огромными улицами, которые, оказывается, разделяют, а не объединяют городское пространство. Ну и в заключение с коротким выступлением я прошу подняться на трибуну Сергея Ивановича, главу администрации города Ростова на Дону. Василий Юрьевич, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемый президиум, участники. Ну, два отступления и о Ростове, о новом. Первое, Майков такую новую мысль подсказал, гостиницы строим, а надо просто пригласить гостей к себе в спальню, самому уйти в зал. Мы, между прочим, этим занимаемся, и в течение целого года ростовчане учат на 7 языках мира. Сдаю комнату в аренду на ночь, да. Поэтому мыслим мы с вами одинаково абсолютно, поэтому двигаемся туда. А второе, меня губернатор отпускал, я был в отпуске, он меня разрешил съездить в Лондон. Я был в 2013 году в Лондоне, про Олимпийский стадион. У меня было время свободное, я взял такси, и таксисту сказал, хочу поехать посмотреть Олимпийский стадион. Он 3 раза меня, пока ехать 2 часа с центра, он меня 3 раза спрашивал, не ошибаюсь ли я, куда я с моим английским языком, куда мы едем. Я говорю, нет, хочу туда. Вот когда мы подъехали и увидели издали этот стадион, я попросил его развернуться и поехал назад. Вот когда они планировали микрорайон Гетто, он называется, в Лондоне, когда они пытались через крупную инфраструктурную застройку оживить микрорайон, я считаю, в Лондоне не получилось. А возвращаясь к городу Ростову, скажу, что, ну, об опасностях скажу. Первое, это, наверное, то, что подтверждаю, Сергей Борисович сказал тоже о том, что город Ростов самый плотный город из всех миллионников города Ростова. Сегодня свободной территории почти нет. И принимая сегодня не совсем простые решения, мы какие-то решения, вот меня генеральный план остановили и оставили заводы в новом генеральном плане, потому что мы боимся потерять сегодня экономику. Вот, например, аэропорт уйдет, мы потеряем... Ну, 4 предприятия, которые дают нам серьезную налогооблагаемую базу. Где-то по нашим оценкам, с ухода аэропорта город потеряет 460 миллионов налогов. Для нас это существенная будет нехватка. Мы сегодня думаем, как это компенсировать, для того, чтобы, ну, город не превратился из донора, не превратился в город, который будет просить. Это первое. Второе. Развитие города, ну, наверное, послевоенное. Оно наложило определенный отпечаток на город Ростов-на-Дону, и то, что он вокруг Дона размещался, это тоже все правильно. Но 3 глиссады, которые сегодня есть, они существуют в городе Ростове: вертолетный завод, северный военный аэродром, наш действующий сегодняшний аэродром. Он, в общем-то, разбил всю территорию города на многоэтажную застройку, на малоэтажную, и сегодня город на 60% является малоэтажным жильем. Вот там, где
малоэтажное жилье. Здесь мы каким-то образом перестраиваемся, потому что люди зарабатывают деньги, строят новые дома, и город развивается в этом направлении. А там, где решалось постсоветское, в то время еще, послевоенное время, когда Ростов восстанавливали из разбитых кирпичей, строили двух-трехэтажные дома, и там сегодня живет огромное количество людей. Для нас это большая проблема, потому что вот кто ростовчанин коренной, точно знают, жители Кировского района не хотят ехать в Суворовск или Левенцовку. Они говорят, мы не знаем, что такое Левенцовка, хотим жить здесь в городе. Для нас это большая проблема. Третья опасность, о которой тоже коллеги мои сказали, президиум, это прежде всего энергетическая безопасность. И вот на протяжении, я год работаю в городе, с губернатором мы все вопросы согласовывали. На протяжении прошлого года мы вплотную занимались инвестиционной привлекательностью города, а прежде всего энергетической безопасностью. В прошлом году вложили в это в городе 4 миллиарда 400 миллионов. В этом году сложный год, более сложнее, чем даже прошлый. Уже сегодня планы 4 миллиарда 100 миллионов. Речь о развитии сети идет или генерации? Нет, это газ, это тепло, это вода, это наши предприятия, которые от сбытов до поставщиков энергетики. Вот эти, вот если мы такими темпами будем город поддерживать, я думаю, через 10 лет мы можем сказать, что в любой части города можно спокойно жить и развиваться. Это, между прочим, большая часть. Ну, как пример по газификации, город Ростов единственный город, спасибо Газпрому, решением губернатора, единственный город в России из больших измельников, который имеет кольцевой газопровод. Сегодня в любую часть города можно привезти любое количество газа и не будет влиять ни на что. Ну и, наверное, в перспективах, которые сегодня есть, мы год назад приняли решение, Василий Юрьевич поддержал это решение, мы меняем генеральный план, мы понимаем, что ничего изменить нельзя, аэропорт будет уходить, многие другие вещи, вот вертолетный завод, сборка будет уходить, соседний Батайск. И мы для того, чтобы потом не ждать два года, мы сегодня принимаем решение, такие решения с точки зрения права можно делать, и мы сегодня меняем генеральный план, мы убираем красные линии, зоны убираем. Мы ряд заводов переносим, ну, убираем из черты города. И это даст возможность городу уже в 2017 году, когда, например, аэропорт уйдет в Аксайский район, городу развиваться и жить спокойно. Ну а задача, наверное, города, вот о тех вещах, о которых я сказал, я не беру транспортную составляющую, она во все времена, и в Москве она сложная. Вот я вчера был в командировке в Москве, из центра ехал в Домодедово 3,5 часа. Вот при всем уважении того, что там немножко проще финансированием. Но и тем не менее, мы точно понимаем, что и губернатор меня постоянно критикует. Мы уходим потихоньку от точной застройки, понимаем, что развитие города должно быть районное, новые районы надо строить. И сегодня в городе развивается Левенцовка 300 гектаров, Суворовский 900 гектаров, территория аэропорта будущего там тоже 350 гектаров. У нас сегодня микрорайон Платовский 50 гектаров, Екатерининский 12 гектаров. И сегодня заявок в архитектуре города на 5 миллионов квадратных метров жилья. Я думаю, с условием того, что мы вкладываем деньги в безопасность, в энергетическую, в газовую, в тепловую, в доставку воды и стоков, город в следующие 20 лет может спокойно развиваться. А подготовка к чемпионату мира, здесь мы, конечно, делим всю тему на две части. Первое. Трудное, ну понятно, это там, где федеральные средства, там, где область строит мост, стадион, аэропорт. Трудная тема, новая для города, новая для области, новая для России, но хотя бы они понятны по финансированию. А вторая часть – это наша обычная жизнь, когда мы вот во всей своей суете мы должны заниматься фасадами, ветхим жильем, заниматься благоустройством, парками, набережной. Вот если мы о набережной говорим, я губернатору показывал на прошлой неделе, ну, хороший, и он поддержал классный проект, который будет от Ковша до Ворошиловского моста, совершенно новое абсолютно видение, там с двумя шестиэтажными такими башнями, похожими на пирамиду. И вот сегодня еще одно подтверждение, заканчиваю, то, что место абсолютно правильное было выбрано, и спасибо за то, что мы оставили стадион на левой части реки Дон. Вот сегодня Грибной канал, дорога одна, дорога вторая. Вот мы приняли совсем, может, неординарное решение, но когда-то город развивался по понятиям, мы все строили так, как хотели. Но сегодня мы живем в таком, в жестком регламенте, в жесткой правовой базе. Мы приняли решение, губернатор поддержал, будем намывать
левую часть Дона, выравнивать ее, делать берегоукрепление для того, чтобы не ломать рестораны, которые там исторически сложились и называются у нас государство Либердон. Ну и мы, например, губернатор тоже поддержал, гостиница «Мариот», сегодня уже европейские инвесторы, не буду их называть, они пришли, выкупили санаторий, сегодня ломают, я там был вчера, старые дома, а через дорогу с областью тоже согласовано, мы будем строить хорошую частную больницу, 50 тысяч квадратных метров, которая будет работать не в системе ОМС, на рынке, плюс еще строительство во второй очереди Мегамага. Поэтому развитие левой части города, оно обречено на успех, потому что ну, наше счастье, что до нас это все не застроили. У нас есть такая возможность этим управлять и делать. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Сергей Иванович. Ну, наше время истекло. Я бы, во-первых, хотел поблагодарить всех выступивших. Хочу сказать, что, мне кажется, это интересное начало нашего сегодняшнего форума. Мы получили довольно объемный взгляд с точки зрения ожиданий городских и областных властей, их основных опасений, несколько ярких примеров зарубежного опыта, как позитивных, так и негативных. И вот завершить первую пленарку я бы хотел словами Александра Антонова о том, что важно с помощью мегасобытий решить существующие проблемы и не создавать новых. Спасибо. Перерыв.